Крепость Корела. Музей крепость Корела. Крепость Корела, в которой размещается музей, построена новгородцами в 1310 году. С тех пор она не раз участвовала в военных действиях и постоянно перестраивалась. В настоящее время в крепости есть постройки конца 16 века и конца 18 века. В июне 1962 года на территории крепости Корела открылся историко-краеведческий музей, экспозиция которого разместилась в здании Суворовского арсенала. Здесь представлены археологические экспонаты, найденные во время раскопок в крепости и на ближайших территориях. Уточки плавают. Здесь рассказывается, кто сидел в этой крепости. Это четырехколесная повозка с откидным верхом, 19 век. И вот это сани одноместные, деревянные, тоже 19 век. В этом камера Пугачевых. В этом помещении содержалась семья Емельяна Пугачева. Две жены и трое детей.
Камера. А здесь подземный ход. Туда. Он закрыт. Подземный ход. Специально. Огороженная яма в центре глубиной 2 метра. Это часть разветвленного подземного хода. Под водой на ту сторону шел кибокс. Соединяло два острова. Ход шел под водой. Слева Софья Пугачева, первая жена предводителя крестьянской войны. А справа Устинья Кузнецова, уральская царица она. Из камеры Пугачевых вызволил император Александр I. Круглая башня по техническим причинам закрыта. Это круглая башня. Сейчас она закрыта. Напротив находится пансионат.
служебный код. Она и закрыта на замочек. Это я. Так? Тетя с дядей. Какие? Какие-то, Дима. Пошли посмотрим, что там. Местный магазинчик сувенирный. План музея крепости. Здесь иногда проходят мероприятия, стол, стулья. Выставлены работы. Можно подняться, посмотреть. Проходит сейчас день художника, поэтому это помещение сейчас выставлено работы. На первом этаже и на втором этаже.
крепости внутри. Здесь стенд, посвященный лейб-гвардии Кейкскульмского императора австрийского полка. Исторические данные по годам, все расписано. Памятный знак Кейкскульмскому полку установлен в честь 300-летия учреждения полка Петром I. Полк был создан в 1710 году по велению государя. Венчает его солдатский кивер Кейкскульма. Якорь свидетельствует об участии полка в морских сражениях. Еще здесь здание музея, которое рассказывает о городе Приозерске, об этом районе.
На этом видео заканчиваю. Всем пока. Перед входом к крепости установлены такие танки. Такая парковка.